Весь мир преобразится сразу, в нем станет больше красоты и засияют словно стразы улыбки из виду. Что бы хотел сказать вот об этом ноже? Конечно, нож оказался вполне себе рабочим, а не как на первый взгляд каким-то более сувенирным или подарочным. Да, конечно, он пойдет как хороший подарок. Да, конечно, это больше полученик, чем какой-то нож выживания, там нож туризма или нож для туризма, или EDC-шный нож. Но это хорошая стильная игрушка, друзья мои. Посмотрите на его форму, вообще на его всю, скажем так, концепцию. А также нож хорошо зайдет как подарок, грубо говоря. Но если вы вдруг не стесняетесь, так сказать, подчеркивать свою ножеманию, то есть в открытую выносите ножи на поясе, там еще где-то в повседневной жизни, то если грамотно пошить к нему ножны, ну или самостоятельно, или может быть заказать у какого-то брендового мастера, то в принципе такой вот, скажем так, тесачок на поясе, даже под какой-то строгий костюм, подчеркнет ваш стиль, даже под те же самые джинсы. Ну, а тем более уж где-то на каком-то пикнике, застолье, на природе или еще что-то, он произведет просто фурор. Потому что таких ножей люди с собой как таковой не носят. Я думаю, что если где-то придется вам застрогать палочку, чтобы пожарить сосиску, или порезать огурчик с колбаской, то вы определенно произведете какое-то впечатление, достав этот нож. Все ссылочки на производителя, кто ковал этот нож, сталь 65G, все в описании под видео. Заходим, смотрим, не стесняемся, задаем вопросы, приобретаем.